Пастор Андрей, если в семье ребенок хочет принять крещение, но на данный момент нет посещения домашней группы и нет посещения церкви, можно ли крестить самостоятельно родителям сына, семья верующая? Запросто. У нас вся церковь крестит всех, кто приходит. То есть это должен быть просто зрелый человек во Христе. Нигде Библия не говорит, что крестить должен кто-то в ранге, в сане, в каком-то, да? То есть у нас молодежь крестит молодежь. Опять, это должен быть молодежный лидер, да, который объяснит, что такое крещение, хотя бы по минимуму, да? Но опять, у нас церковь преподает крещение мужчины мужчины, женщины женщинам, лидеры, да? То есть абсолютно запросто во имя, да, нашего Господа крестишь и все. Потому что если этот момент пропустить, потом можно потерять. Знаешь? Да. Лучше не упустить. Когда горит сердце, лучше преподать крещение.